Салам алейкум. Приветствуем всех. Добрый вечер. Это опять я. Опять со своим телефоном. Желаю сам всем долам мира добра, чтобы все долам жили, не нарушая долам религию, дон, обычаи, традиции, чтобы все сохраняли семейные ценности. Но самое главное, дон, хочу сказать и начать, дон, свое обращение или общение с вами, дон, со словами: я люблю свою родину. Я люблю свою родину больше всего из всех, дон. И я защищал свою родину, да. С 14 лет я защищаю, да, интересы своего народа, республики, государства, да. По-разному бывало, да. Но я не переставал, да, любить свою родину, да. Не переставал любить свой народ, свою религию, обычаи, традиции, но. И для меня важнее всего это любовь к родине, да. Но я не понимаю людей, которые, да, говорят, да, что я люблю свою родину и готов отдать за нее жизнь, да. И когда наступает день, когда ты должен проявить свою любовь к родине, да, ты бросаешь его. Ты не бросаешь свою родину, ты бросаешь самого себя, да. Ты становишься никем. И я призываю, да, в первую очередь на чеченцев, да, и россиян всех, да, чтобы мы любили и любя свою родину, да, сохраняли, да, свою религию, да, традиции, обычаи, да, семейные ценности, да, самое главное, да, сохранили семейный институт, да. Нарушая семейные институты, мы нарушаем, вторгаемся, да, в общество и потом расчленяем общество, да, разлагаем, да, общество, да. И поэтому к нам сегодня лезут и всегда лезли, да, нас, чеченцев, обманывали, да, вели заблуждение, две военные кампании пережили, да. Но мы поздно поняли, да, но все равно поняли, да. И приняли, да, свою ошибку, да, и выбрали свое будущее, да, свое будущее, да, и свою родину, с кем нам жить и как нам жить, да. Для любого верующего человека, да, жить лучше, чем в России, нигде нету места, да. Здесь свобода слова. Здесь свободно можешь молиться, строить мечети, изучать религию, да, изучать Коран. Тебе никто не разрешает, не запрещает ничего, да, если ты, да, соблюдаешь сам свою религию, да, а не идешь против своей религии, да, как идут ваххабисты, да, эти шайтаны, да, в свое время пророк сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, да, их надо убивать, да. Мы это делали, да, и будем делать. Ну,
Что я хочу сказать вам? Что происходит сегодня, Дон? У нас частично объявили мобилизацию, Дон. Вначале бегали, Дон, туда-сюда, Дон. Вели себя не по-мужски, Дон. Определенный контингент, Дон. Ну, потом поняли, Дон, что надо Родину защищать, Дон. И сейчас мобилизованный, Дон. Снимает видео, это не хватает, то не хватает, автомат не хватает, там автомат старый, форма не та, Дон. Подождите, Дон. Зато, Дон, у тех, с той стороны, Дон, у наших врагов есть хорошее оружие, Дон. Хорошая форма одежды, Дон. Все у них есть. У них надо забрать, у них заберем, Дон. Мы не должны плакать, когда мы нужны Родине, Дон. Когда мы нужны государству, президенту, Дон. Оставьте, Дон, свои недостатки, Дон, при себе, Дон. Заберем, Дон. Забираем мы же, Дон, и технику забираем, и уничтожаем, и оружие забираем, и ихними оружиями их уничтожаем, Дон, и будем уничтожать, Дон. Я вам даю слово, Дон, мы будем нападать на них каждый день, и каждый день будем уничтожать их, Дон. Я вам даю слово, Дон, будет у нас показатели, Дон. Такие, что и мало не покажется, Дон. Мы этих шайтанов, Дон, не будем брать плен, Дон. Будем сжигать их, Дон. Не остановимся нигде, Дон. Наша территория, Дон, не Запорожье, там, не Херсон. Наша территория, Одесса, Киев, Харьков, все, Дон. Регионы, Дон, и в целом Украина, это наша, Дон, территория российская, Дон. И кто не понимает, Дон, этого должен понять теперь, Дон. Они стреляют по нам, убивают наших братьев, детей, стариков, стреляют по гражданским объектам, Дон. Я крайне, Дон, недоволен, Дон, сегодняшней ситуацией, Дон. Ну, есть, Дон, люди, которые командуют, Дон, наверху они больше понимают, чем я, больше видят, Дон. Но я тоже имею свою долю, Дон, в этом государстве, Дон, как доброволец, Дон. И у нас есть добровольцы, которые, Дон, пойдут до конца, Дон. И мы уже приняли решение, Дон, не обороняться, Дон, а нападать везде, Дон. И это так будет, Дон. Умрем, где бы мы ни были, Дон. У нас в республике, Дон, маленькая республика, но по разным причинам в сутки умирают от 16 до 20 человек, Дон. Просто, да, без военных действий, да, без ничего, там, да. Заболел, аварии, там, да, или, там, да, случайность, не знаю, там, да, упал, инсульт, там, да, лег спать, утром не проснулся. Вот такие смерти, да, от 16 до 20 человек умирают, да. И я умру, и все мы умрем. Но главное, как мы умрем и за что мы умрем. Я еще раз обращаюсь к кавказцам, Дон. Мы же все собрались, Дон. У нас Грозным, Дон. Когда, Дон, нарисовали карикатуру против нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Дон. Мы же все готовы были выехать, Дон, туда и воевать, Дон. Сегодня эти же шайтаны приехали к нам. Всевышний дал нам возможность выехать и уничтожить их. Воевать против них,
против этих шайтанов и их идеологии. Да. И сегодня мы молчим, сегодня мы говорим, мы не будем воевать за Российскую империю, да, за это, за другого. Да. Это болтология. Да. У вас иман не полный. Да. И посмотрите в зеркало и спросите, да, кто мы такие. Да. Мы говорящие, да, верующие или истинные верующие. Да. Сегодня верующий человек, любящий, да, себя, уважающий, в первую очередь даже себя, да, он не будет сидеть дома. Он сам найдет себе автомат, он сам найдет себе все, что необходимо, да, и пойдет воевать против этих нечисти, против этого сатанизма. Я еще раз призываю вас всех, да, в Аллахе, клянусь именем Всевышнего, это большой джихад. Это большой джихад, в котором мы все должны участвовать. И мы не остановимся, да. Мы будем убивать их, да, где бы они находились, да. Какая разница, кто им помогает, что Америка, что, да, или Европа, да. Вы вообще о чем вы беспокоены, да. Что у них разве есть, да, столько возможностей, да. Столько сил, средств нету у них, да, закончится, да. Наши предки, когда воевали, да, Великая Отечественная война, да, у них разве было, да, были все условия, даже кушать нечего было, да. Все равно они выиграли, у них был дух, у них была вера, да. А что мы? Мы еще плакать должны, да, нам не стыдно плакать, да. Если у него автомат есть, хорошо, да, заберет, да, хороший, да, отдаст другому, да. Говорят, что дивизия какая-то, десант, да. Ну и хорошо, да, заберем у них технику, да, заберем оружие, да, натовские или немецкие, другие, да, разные, да, техники будут у нас, да. Ну что, это же война, да. Война это для воина, да. Только должно быть радость, да, что много-много будет трофеев, да. И много будет, да, шайтанов, которые ты с удовольствием будешь уничтожать, да. Так что ждите, да, скоро будет хорошие новости, да. Еще раз желаю, да, нам оставаться людьми и любить свою родину. Я люблю свою родину. Да. А ты любишь? Если любишь, докажи, что ты любишь. Да. Защищая свою родину. Аллаху Акбар, Ахмад Сила. Но вы же, по-моему, не раз говорили, что для вас законы шариата важнее, чем Конституция это Российской любой, Федерации. Любой мусульманин для меня в этой жизни важнее Корана ничего нет. И я не отходил ни шагу. То, что написано в Коране, то, что говорится в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалам, я никогда не нарушу и не нарушил. И кто мне скажет, чтобы я нарушил, он мой враг. Я истинно верующий мусульманин. Я еще раз говорю, мне моя религия не запрещает, а наоборот обязывает в этом государстве быть преданным, так сказать, государством нашего государства. Поэтому нет. Это шайтанчики там, так скажем, не понимающие религию в ислам, там трактуют по-своему. Так что я знаю седьмого своего отца и знаю их истории там. Они всегда изучали, преподавали, распространяли ислам. Mm-hmm. Поэтому моя главная цель – это создать условия
и чтобы вырастить достойных мусульман, а не тех ваххабистов или шайтанов, которые взрывают, убивают. А хочу показать истинное лицо мусульманина. Нас не призывает воевать. Есть правила войны, при каких обстоятельствах нужно воевать там.